Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон, и в сегодняшнем видео мы поговорим про такой анаболический андрогенный стероид, как метиналон, более известный как примобалан. Данный препарат является как таблетированным, так и инъекционным анаболическим стероидом. Препарат является дериватом дигидротестостерона, за счет чего обладает высоким анаболическим и низким андрогенным эффектом. В таблетированном виде препарат является 17-альфа-алкилированным стероидом, что вызывает его токсичное влияние на печень. Препарат был создан в 60-х годах 20 века, начал производиться под торговым названием метиналон. Стероидный профиль примобалана. Анаболическая активность 88%, андрогенная активность 44%. Ароматизация и прогестиновая активность отсутствуют. Токсичность у инъекций крайне низкая, а у таблетированных препаратов немного ниже, чем у других стероидов, но также она присутствует. Период по введению препарата в районе 5-20 часов таблетированной формы более точно неизвестно. Инъекционная форма обычно идет на энантате, поэтому период по введению 6-7 дней. Эффекты примобалана. Увеличение синтеза белка, усиление аппетита, сжигание жира, побочные эффекты примобалана. Повышение артериального давления, токсичность для печени у таблетированных препаратов, повышение липопротеидов низкой плотности, повышение количества эритроцитов и гемоглобина. Чаще всего любители используют от 20-30 мг препарата в день, если говорить о таблетированной форме, в инъекционной форме от 200 до 300 мг в неделю. Профессионалы используют от 60 и до 100 мг препарата в день в таблетированной форме, и от 800 до 1000 мг препарата в неделю в инъекционной форме. Такая большая дозировка связана с тем, что у примобалана крайне низкая анаболическая активность. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их как в комментариях на YouTube, так и у меня в группе ВКонтакте. Если кого интересуют консультации либо ведение по курсам анаболических стероидов, можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, написано в описании к видео на YouTube и в первом закрепленном комментарии на YouTube. Всем спасибо за просмотр. До свидания.